Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, а потом дадим комментарии. Добрый вечер, Галина. Спасибо за ваш труд. Вы разбираете очень важные темы на канале. Мой вопрос со стороны человека, далекого от разбираемых вами отношений. Когда у нас в детстве слово «орать» — это было грубо, кричать нужно говорить. Не то, что какое-то применение силы, но я столкнулась с таким человеком, о которых вы рассказываете. Я с этим человеком столкнулась у себя на работе. Девушка была жертвой насилия, ее кавалер понижал самооценку, унижал, даже бил. Она это мне рассказывала, так как она приехала за ним в новый город, и здесь у нее не было никаких друзей и знакомых. Так как она жила рядом, я ее подвозила и на работу, и в дороге она делилась всем этим со мной. Мне честно хотелось просто кричать что-то типа «Да ты дура вообще!» Но я выслушивала, и если нужно, то давала советы из области «Ну, ты знаешь, мне кажется, тут он тебе не договаривает» или спрашивала, почему это для нее нормально. Может, в детстве она что-то такое видела, как в итоге и оказалось. То есть она была с детства жертвой насилия в семье. Итак, сам вопрос. Как себя вести, если вообще возможность помочь таким людям? Если я раньше видела, что она сама осознает, пытается что-то изменить. Она сначала пыталась бежать от него, при этом она общается вроде бы как с психологом, которая ей говорила, что ну вы недавно встречаетесь, у вас притирка идет, он ее беременную бьет, что она или просто летает по стенам, а психолог ей говорит притирка. Я сама, честно говоря, читаю это в шоке. Я ей при ее отъезде единственное посоветовала сменить психолога. Ее история закончилась трагично. А вот для меня теперь я ненавижу таких людей, как она. Хоть и понимаю, что это, конечно, у нее болезнь, и он там мужчина этот садист был. Вдруг вы снимете видео для таких, кто рядом с этими, в кавычках, невротиками. И как с ними вести себя, чтобы, может быть, как-то есть шанс им помочь, как себя с ними вести и что делать. О, интересный вопрос. Знаете, я могу сейчас показаться для многих людей грубой, неправильной, надо же помогать ближнему и так далее. Но вопросы, вы правильно отметили про психолога, вот я считаю так, если вопросы психологии, где-то психиатрии даже, это есть специалисты, которые врачи, например, психиатры, да, то нужно не по бабкам-гадалкам ходить и подружкам, а идти к специалисту, который тебе поможет. Слава богу, эта сфера у нас сейчас в обществе, в России в частности, очень хорошо развивается. Люди нашли дороги к психологам, это считается незазорным обращаться. У нас есть центры помощи, даже бесплатные в России, в городах крупных в основном, но все равно есть, куда можно бесплатно обратиться. Обратиться за помощью в социальные центры для женщин, там, кто подвергается насилию, для беременных и так далее. Но что мы видим? Проще обратиться к кому-то ближнему, естественно, нагрузить его своими проблемами. Ну, про девушку это отдельная история, я прекрасно понимаю, думаю, вы многие, кто смотрит мой канал, тоже понимаете, почему так поступала. Она не хотела решать свою проблему, она делала вид, что... Она, во-первых, выбрала странного какого-то психолога, который... Психолог, знаете, как врач какой-то, ну, таких не узких специальностей. С психологом что же должен быть контакт, правильно? А найти своего человека, который бы тебя слышит, не с первого раза, может быть, это можно попробовать двух-трех человек, потом своего найти. Ничего там такого зазорного, там страшного нет. Так же, как психиатр, подбирая антидепрессанты человеку, это очень трудно сделать, несмотря на то, что он врач, да, с медобразованием, с фармакологией, знаниями. И то дозировку подобрать именно под психическое расстройство и процессы в организме методом тыка, по сути. И многие разочаровываются, типа, я вот выпил таблетки, мне не помогает, психиатр плохой. Да нет, просто мозг очень мало изучен, мы многих процессов не знаем с точки зрения там, медицины и так далее, только сейчас все вообще развивается. Психология вообще как наука, ей 100 лет в обед. Так что попробовать разных психологов, там, психиатров, таблетки и так далее, это вообще нормально. Надо пробовать, пробуя ошибки. Только так мы сможем что-то выбрать, да? И вот про девушку эту, странный у нее психолог был, однозначно, да, не надо было с ним, странная вообще, ну, господи, притирка, я просто в шоке. Вообще, когда жертву насилия физического, их нужно отправлять в какие-либо центры помощи, которые на этом специализируются, потому что там определенно это, кто именно сейчас в абьюзе находится, и желательно бы им
обращаться в такие центры. Это определенная специализация, это направление в терапии и в психологии в том числе. Это определенная подготовка, короче говоря, нужна. Я имею в виду, что психолог обычно тоже может помогать. Но для самого психолога это будет очень тяжелая работа, вот так скажу. Потому что у нее нет достойного, скорее всего, уровня этой определенной защиты. Прорабатывать столько такого и негатива, и насилия, это довольно-таки просто тяжело для самого человека с таким работать. Это не сахарный клиент легкий, да? Так что про девушку вопрос такой, она не хотела решать свою проблему, поэтому она нашла такого психолога, который ее устраивал, давал странные советы. Вообще советы он не может давать. И она поэтому жаловалась, да? То есть она не хотела решать. Ей было в кайф, она жертва, и вы заметили, системная жертва из детства, из семьи своей родительской, это определенная схема поведения, короче, мы это затрагивать сегодня не будем, у вас вопрос, потому что другой был, да? Как себя вести рядом с такими людьми. Честно скажу, лезть спасателем, знаете, треугольник Картмана, да, почитайте в интернете про спасение. Ну, очень хороша фраза, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, в психологии это подходит. Никто не должен и не обязан извне, родственники, тем более знакомые, у которых есть какие-то связи ближние, помогать в ваших неврозах, проблемах и так далее. Это наша кухонная психология с советских времен, потому что у нас тогда не было средств помощи, не было психологов. Сейчас они есть. Ваша лучшая помощь таким людям — отправить к психологу. Направить к хорошему, может быть, психологу-специалисту, может, который когда-то вам помогал. Или вы знаете хороший отзыв. То есть, ну, такой надежный, кто не посоветует. Ой, да у тебя притирка бьет, значит, любит, все нормально, оставайся. Вот чтобы вы знаете, что он так не сделает, посоветуйте. Это максимум, что вы можете сделать. Направить человека с проблемой к специалисту, который решает эту проблему. Все, вашей задачи больше нет. Вы не должны ничего выслушивать, помогать, куда-то направлять. Но если она была беременная, и он ее бил, ну, не знаю, вы могли найти, например, адрес какого-то вот центра помощи при абьюзе беременных и с детьми. Там есть прямо у нас квалификация, это и психологи там специально с ними работают. У нас есть, ну, в Новосибирске, по крайней мере, такой центр есть, у нас и не один. Так что проблема-то решаема, только вот отправить к специалисту. А вот помогать, выслушивать, давать советы, прятать у себя в квартире, помогать делать там побег и так далее, это уже подключаться в созависимые части отношения, участвовать в них и влиять на судьбу человека. Это уже вопрос к вам. А зачем вам это нужно? Однозначно у человека, который хочет так помогать физически, конкретно, есть запрос, свой личный посыл, одобрение социального, возможно, закрытие своего какого-то гештальта личного и ощущение быть нужным. Я хочу быть спасателем. Надо подумать здесь, а зачем мне быть спасателем? Что я от этого получаю? Что, какую потребность я свою закрываю? Какое желание я свое закрываю этим? Зачем мне это надо? Когда казалось бы, что я герой какой-то, меня по телевизору покажут или меня похвалят. В чем, короче говоря, что я с этого имею? Если у вас вот это желание есть, потребность помогать, спасать, надо задуматься, откуда у меня это идет. Ситуация и человек рядом с вами, кто с проблемами, просто на самом деле отзеркаливают вам, отсвечивают, показывают, что в тебе какая-то проблемка у самого есть, почему ты хочешь помогать, почему ты хочешь спасать. Возможно, как вариант, что просто у вас есть самой потребность, чтобы вам в чем-то помогали, где-то вы не добрали внимания от кого-то, тепла, решения каких-то проблем и так далее. Это, знаете, такой маячок небольшой издалека, что у меня есть проблема, которую надо решать. Я вам могу про себя точно сказать, у меня есть такая проблема. Но я не из этого разряда, что я готова быть спасателем для каждого второго, кто ко мне придет домой помощь просить. Нет. Просто выбирая профессию, это определенное бремя помощи людям. Да? То есть профессия-то сама по себе непростая. Ты, по сути, помогаешь другим людям. Решаешь их проблемы, работаешь с негативом. И вот это желание быть, помогать кому-то, быть хорошей, потому что когда-то в свое время мне помогли, я обратилась к хорошему психологу, мне там сделали расстановки, проработали мои личные проблемы, я их решила, и у меня такой, скажем так, потенциал внутри появился. Я же, имея свои знания, могу тоже помогать людям, я могу делать что-то хорошее, я могу быть полезной для общества. Желание реализовать это, в моем случае это определенная реализация, потому что я знаю, что вокруг столько, не знаю,
лишенных каких-то, да, людей с проблемами. Я знаю, что я им могу помочь, быть полезной. А помогать всем вокруг или на работе жертве там насилия, желание в этом прям лезть, системно помогать, или у вас системно такие люди появляются в жизни, которым нужно помогать, ну, это вот сигнал для того, что а что со мной не так. Надеюсь, мне получилось ответить на ваш вопрос. И вообще всем вокруг хочу сказать, что даже если это ваши члены семьи, чем-то больны, у них какие-то проблемы, я имею в виду психикой, вы не обязаны и не должны им помогать. Вы должны направлять, передавать в руки специалистов. Вы не психолог и не психиатр, вот я к чему веду. У вас нет определенных навыков общения с такими людьми и защиты себя от таких людей. Потому что, как правило, это разрушающее общение, какое-то созависимое, да, с такими людьми, которое вредит в первую очередь вам. А уже психиатры и психологи, они знают, как с такими людьми общаться, как потом выходить из общения с ними, да, как с себя снимать стресс определенный от общения, а вы нет. Для вас это может быть определенно травмоопасно, так бы я это назвала. Пишите комментарии под видео, если оно было полезным, ставьте лайки обязательно. Присылайте свои истории мне на почту, я их для анонимной, да, разбора анонимного на канале, или записывайтесь на психологические консультации в интернете в скайпе. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.